В Турции совершено первое убийство из-за биткоина. На данный момент курс криптовалюты составляет примерно 4000 долларов США. На территории Турции совершено первое убийство из-за криптовалюты биткоин. По данным телеканала NTV, правоохранители уже задержали 4 человек, подозреваемых в этом преступлении. Согласно имеющейся информации, 3 дня назад в уезде Сирик в провинции Анталья обнаружили тело 22-летнего мужчины в автомобиле. Следователи установили, что преступники после расправы пытались разблокировать мобильный телефон жертвы с помощью отпечатка его пальца для получения доступа к системе «Биткоин». Но сделать этого нападавшим не удалось. Не забывайте подписываться на канал.